18 марта 2024 год. Хохмочка. Немножко о себе. Курю постоянно. Пью иногда. Колюсь только когда не брит. Написала сегодня, 18 марта 2024 года. Ну, по старым своим заготовкам, потому как не курю я уже вообще 5 лет. Один в подразделении не курящий. Один-единственный. Горжусь собой неимоверно. Что-то наград мне за это не дают. А то воевал 14-15, тут уже, блин, третий год. И ни одной государственной награды за то, что они курящие. Они какие-то медальки полковые да грамоты. Не пью, понятно, на службе, а колюсь. Колюсь, кололи меня. 11-го, я когда глушанула, контузию получили мы там на подработе. Сейчас покажу. В вену тыкают, ну, капельница. Пытаются поставить капельницу, не получилось. Вену пробил, синячара был такой. Он уже зажил почти. Вторую, блин, вену давай, говорит. А вторую попробуй, тоже не получилось. Попробуй потом докажи, что ты не наркоман. Да зажило уже, ты посмотри, как у меня все хорошо заживает. Видно, да, синяк? А мало уже что осталось, всем не дело. Так что кололи меня в ягодичную мышцу. Я говорю, эх, пацаны, я же не один там, меня там глушанул. Легкая контузия. Я говорю, вам хорошо, вы по вене ударили. А у меня всегда, как в жизни, все через жопу. Все живы. Кто-то проблевался, на том и закончилось. Таблетки жрём.